Кстати, я вспомнил такой тип друзей, которым покупают новый мяч, и они даже не дают посмотреть. О, а я еще один вспомнил, который постоянно опаздывает. Ну, прости, бывает. А я еще один вспомнил. Вроде никого нет. Дай, да дай, блин, да нет. Дай, кто с тобой делился? На. На. Все, ходи сюда. Быстрее, пока никто не видел. Ну, надоел. Уже просить. Да. Я тебе вечером дам, обещаю. Давай. Да блин, ну сам! Давай. Лошара! Лошара! Ну вот, проходи, садись. Вот, сейчас давай. У тебя фифа есть? Ну да, положить, да, подарили. Пожалуйста. Вот ты у меня что? Ну а я тебе дам вот наушники. Наушники, а еще что-нибудь есть? Ну вот спиннер. Спиннер, да он лимитированный, еще что-то есть. Ну кепка. А еще что-то есть? Еще добавляй. Вот еще AirPods. Ну вроде оригинально, а еще что-нибудь, ну все, мало. Последнюю сотку, больше нет. Сотку? Ладно, на, но только на 2 дня. Хорошо. И аккуратно с ним. Все, давай. О, круто. Блин, меня всего на 30 минут отпустили. А, тоже. Привет тебе, давай. A few moments later. Мне кажется, кто-то звонит. Стой. Алло? Ну блин, ну хорошо, иду. Ладно, давай тогда, куда? Пока. Мне мама сказала идти домой, 30 минут уже прошло. Нужно будет сократить приветствие. Пока. О, здорово! Здорово! Чувствую себя как дома. Как дома? Ну ладно. Вот тапочки. А ты где? Ты че улегся? Так ты сам сказал, чувствую себя как дома. Дома. Ну не настолько же. А че ты взял папе на часы? Он же не ругает. Так мой дом, мои часы. Пока мы в туалете, можно сделать перестановочку. Да это мой дом! Да уходи! Да это мой дом! Свинтус такой. Ты видел? Такая бомбезная игра вышла! Согласен. Ну ладно, я сейчас домой тогда пойду. А для чего? Пить хочу очень. Да для чего? У меня с собой есть. Вот на, возьми. Ладно, спасибо. Нет, а я сок хочу. Сок, вот. Ладно, я есть хочу. Сухарики? У меня нога болит. Ну, пластырь. Нет, я домой хочу, ну, буса, ну, на. А что не так было? Нормально все. Давай, давай. Сейчас мы тебя накажем. Справа, таки мы слева зайдем. А, получил. Кто звонит-то? Алло. Да не, у меня... Да гуль. Не, я не выйду гулять. У меня живот болит, голова болит, нога. У меня вообще все болит. Не, не получится все. Да, давай, давай, давай. Так, давай. 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 Что такое? Да. Не, не выйду. Нет, нет. На Марке столько вообще. Его еще играть. О, делать и делать его еще. Домашку эту тупую. Да, давай, 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 давай. Давай. В смысле? Что такое? Сел, сел, сел. Я почти выиграл. Нету, не... Мама, походу, убралась. Эх. Алло, пойдем, короче, гулять. Да я выздоровел, да-да-да. Да, выхожу уже. Сейчас нужно еще геймпад... провод для геймпада купить. Да, давай. Давай, выхожу. Ну вот, как-то так. Вообще в каждом классе и во дворе есть такие люди. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой вы тип. А также смотрите наш прошлый бомбезный ролик. С вами был Тук Студио. Пока-пока.